Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, а видите продолжение партии за Германию в Sid Meier's Civilization 6 Gathering Storm. Если вы случайно наткнулись на это видео и не видели начало, то рекомендую перейти к нему. Ссылка на первую серию появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому видео. Всегда лучше смотреть с самого начала. Также напомню, что спонсоры канала все серии видят сразу во вкладке «Сообщество», а для всех остальных приятного продолжения просмотра. Блин, я же специально почитал, что... Подождите. А, его кто-то построил в этот ход, что ли? Фарусский маяк, Стоунхендж, Пет... Не понял я. Куда Анкорват делся? Ты меня сам нашел. А, ну в принципе, да, вот я уже и добыл. Не понял я. Что с Анкорватом произошло? Подождите. Требуется связь с акведуком этому городу. Там лес не требовался вообще. Почему тогда здесь Анкорват не строится? А Анкорват кто-то построил только что? Блин, у меня почему-то не было уведомления. У меня звучит чудес света в игре. Голландец. Голландец, дружбу и союз я там кинул. Да подожди, меня тут забирают потихоньку. Ну, я бы не сказал, что забирают. Что, с война с Зулусом все-таки началась? Ну как ты, блин, я твоим этим... Что там до армии? К корпусу мушкетеров вообще ничего сделать уже не могу. Прим предложение. Зулус, а ты не хочешь союз? Раз так говорит. Давай, почему нет? У тебя голландец ко мне. Кидай. Караваны бегают. Тебе выгодно принять быстрее союз со мной, ты будешь получать денег больше. Мне еще ГГшка помогает воевать. Нужно объявить ей санкции. Нет, способность Германии дополнительный район иметь, это тоже очень, очень крутой бонус, на самом деле. Миссионер будет вместе с инквизитором работать в паре. Слушайте, тогда надо отсюда уже пересаживать в Ульм.
Магнуса. Ульм. А Виктора в Гейдельберг. Так. Может и Лян тогда в Магдебург пересадить. Плюс строителя. Ну и тут Мокша. Видите, я сюда миссионера отправил, чтобы Мокша 100% делал на окружающие города. Не успел, правда, обратить. Это уже другое дело. Да, дали кругосветку. Прикиньте. Вот я доплыл до западного края, дали кругосветку. Плюс 5 очков. Я, кстати, единственный, кто, в принципе, наверное, мог совершить кругосветку. Почему? Ну, разве что еще Зулус пешком мог бы дойти. Ну, кто-нибудь из вас дошел до правого края? По морю проплыть туда можно только через мою столицу. Я остановился полечиться просто. Торговый путь в Занзибар хочет. Ну, давайте организуем ему. Так, и... Так. Дальше. Дамба только тут, возможно. Жалко. Это было местами, видимо, акведук. Римха, зачем нам союз? Мы на разных концах света. Чтоб было. Ну, я так понимаю, что у вас там все равно какой-то движ есть. Но тебе будет когда-нибудь плюс 5. Если будет какой-то движ. Логично? Ну ладно. Я реально не успел юнитами ходить. Японец, а у тебя есть города с выходом к морю? Ну не в этом. Не в том море. Ну, не в северное это. Нет? Ты туда не заплывешь. В том море, где у него города, я не заплыву? Да. Ну, как только когда я построю канал, то только тогда ты сможешь через Остию, которую ты еще не нашел. Так, верфи покупаем. 4 производства. 4. 4. Везде 4. Ну, сначала в столице, наверное. И в Магдебурге, раз мы тут чудо строим. Карточку могу поставить на... Вот почему-то все равно... По-прежнему Ереван самый прибыльный город. С точки зрения каравана. Давайте вот тут священное место поставим. Потому что он самый развитый. С тех остальных упорочка была. Там не до развития.
Ну, ты, наверное, мои города не видишь и не можешь просто туда отправить. Ты вот видел грузин континент, который слева от Схуми? Я нет, не видел. Там здоровенный. Меня удивляет, что у всех других так мало науки он, почему-то. Ну, во всяком случае, из того, что видно, он такой жирный. В плане там, так, ну, будем вырубать много ресурсов. Ну, типа сейчас тяжело расселять. Жалко, что я тут лес вырубил. Ну просто под этот. Мне вот туда как-то под очень то, что далеко я не успел поставить. Получается, тем более уже получается через твой Схуми. Блин, мне надо эту. Миссионерами надо заняться и убиранием православия. Тут слабо совсем влияет все. Так, Виктор в Гейдельберге. Гигантов нашлась. Так, стоим в защите. Так, экономический союз приняли. Ждем прибытия Магнуса. Тадж-Махал. Ну, блин, дамбу. Вообще, я бы где-нибудь здесь... Я бы вот здесь поставил дамбу, чтобы тут она будет давать соседство немецкой промышленной зоне, а здесь не будет. Я, по идее, должен капером следующим ходом смочь ограбить. Так, рынок. Я бы, наверное, кампус построил, а верфь куплю. А сколько там? 582 хода. Надо бы деньги не тратить. Ладно, пока оставлю болото. Там что-то на болоте можно построить, по-моему. Какое-то чудо. Этот Мон-Сен-Мишель. Кстати, для информации, информация для тех, кто Рим еще не нашел, у него 178 науки. Нормальненько, приличненько. Но даже если мы его нашли, мы ему все равно сделать ничего не можем, так что там ребята на континенте пускай как-то что-то решают. Рим, мне религиозный союз совсем не нужен. Ну а мне культурный не нужен. Может, научно? У меня занят вроде. Хотя нет. Давай. Так. Кого качнем? Какого губернатора? Пенгалу, наверное. А Пенгал вообще в самом большом городе сидит? Ну, пока да, 11, да. Грузия, а что это за войска тут кучкуются на моих границах? Ну, кучкуются.
Ну, войска. Ждут учения, короче. Слушайте, а рыбу на рифе можно обработать? Да. Хорошо. Так, тут у нас театралка у меня запланирована на будущее. Так, капером проверим. Блин. Ага. Как я и говорил, могу разграбить. Блин, а там реально Зулус берет уже голландца. Зулус никого не берет, ты чё? Ну я же вижу, он Гронинген. Ты... Ну, это слабо сказано. Слабо сказано что? Что я его беру. Значит, ну, вот сильно видишь, сказано. Так, пригодился же. Не знаю там, кто на кого, но вот я помогаю тебе против... Да так, себе помощь. Ну плюс 5. Почему бы нет? Кто откажется? Не ожидал я такой подставы. Кто? Напал все-таки грузин? Да. Говорю, че, Челиня, будешь на ацтека нападать? Нет, говорит Челиня. Ну я такой подумал, почему бы и нет. Ты мою религию там не признал, а он признал. Блин, ацтек, серьезно? Ты принял его эти плюс 10 крестовый поход? Так в смысле, а что мне с ним делать? Она сама перебросилась на меня. Миссионеры его не бегали. Не виновата, я на сама пришла. Так, где у меня Рейна сидит? Во Франкфурте. Надо перекидывать Вахен. Амани во Франкфурт, значит. Так, и в Бремене покупаем верфь. Очень большой кровью берется этот Гронинген. Ты там вообще никого, по-моему, не потерял около Гронингена. Ну да, я возле Утрихта потерял много. Голландец, тебе может что-то надо, какие-то ресурсы, деньги. А вот ацтеку ты помочь не хочет, который тебе... А, ну ацтек, ну блин, просто я тут увидел, да, ацтеку, пожалуйста. Я всем могу, готов помочь, короче. Что кому надо? Просто напоминаю, что я есть тут. Храм Махабодхи.
двух послов. Давайте храм Махабодхи строим, да. Это нужное чудо двух послов. Я укреплю религию полностью. Так, театралочка. Вот сюда я хотел. Канди. Ну, давайте Тадж-Махал. Я не могу воевать в этой эпохе, потому что у меня нету... Может, уже и не вырубать здесь? Я сейчас меркантилизм открою. Ну, и... мушкетеров уже армия. Ну, у зулусов раньше армия появляется просто. Да я в курсе. У меня просто еще корпусов нету. Может, мне какие-нибудь морские юниты идти? Или тут у грузина дофига морских городов. Тут острова какие-то имеются. Так города влияют его. Рим предложение. Блин, опять тут извержение. Все эти, блин, 8 ходов, я тут сейчас могу и не выйти. Так, куда у нас бегает? Даша, не бегает? Помоги мне, пожалуйста, вот так. Так, последний город мой, который не обращен в иудаизм. Так, иудаизм есть. Опять не успел. Че, снова затрюфили, давайте? Предлагаю, снова же зашел. Да, я затрюфили. Притом, американец, смотри, у тебя очень много влияния, так что мы можем задавить трюфель и получим с японцами. А города-государства, давайте, чтобы, может... Я не знаю, как на том континенте, но у нас нету религиозных городов, поэтому я предлагаю за религиозные проголосовать, чтобы просто... Не было бонусов. Религиозных, может быть, даже и не осталось. Ну, мы так точно тут Канди и Ереван захватили. Я так понимаю, что у вас там Лавента еще была, да? Лавента и Арма. А, да, давайте за торговые, что вам. Так, религиозные трюфели. Так, надо смотреть, что там по дипломатической победе. Надо поставить...
Я тут в прошлый раз какую-то фигню поставил, честно говоря. Давайте. Довольство в гарнизонах. Создание военных лагерей. Давайте стоимость в улучшении юнитов. Дальше. Рационализм. Шпионы меньше требуют. И плюс 100% соседства кампуса. О. Теперь научка хоть какая-то появилась. Так, меркантилизм открыли. Это мы можем строить лагеря и лесопилки. Давайте строительную инженерию. Ну-ка. Кайдельберг. Красивый город будет. Мощный. Так, дамба есть. Отстех предложение. Где тут кампус? Вот тут, да? Плюс 2. И здесь плюс 2 дает. Но я бы... Давайте, наверное, тут... Ладно, тогда не буду пока ничего строить в этом городе. Универ. Сегодня это дополнительные послы у нас. Блин, 6 ходов. Мне нужны где-то... Ну, можно апнуть... Лошадей, кстати, я так и не взял. То есть можно лошадей купить, потом ресурс. Храм Махабодхи я построил. Значит, укрепляем религию. Соборы, мечети. Квери плюс 2 золота. Послав город Гусас, он добавляет... тоже так себе... Давайте, наверное, миссионеры и апостолы получают плюс 1 к распространению. Так, а тут возьмем просто плюс 2 золота. На религиозное влияние как-то. Так, все. Ход надо пропустить. Так, в Ахане храм Махабодхи. Купим мечеть. Купим миссионера. Закончился караван дополнительный, ладно. Отложим. Так, что у нас с чудесами? Тадж-Махал строится. Что еще можно построить? Тут дамбу завершил. И я хочу здесь кампус. Пока ладно. Пока не будем
Блин, я обработал здесь? Нет, не обработал. Вот так. Так, и поплыли к неизвестным берегам. Ну вот, собственно, и наклонная ось. То есть видите, где лед вообще? Ой. Кажется, меня тут убивают. Да, Гронинген захвачен. Ты ж только ацтек не давай его миссионерам подходить. Так он с войсками подводит. Тут уже бесполезно. Вот он, у него войска сильнее моих. В плане следующей эпохи. Так, а руку где-нибудь могу вообще построить? Только вдоль реки, рядом с промышленной зоной, содержащей фабрику. Вряд ли. Вот здесь, наверное. Вот тут рурка, возможно. Вот в этом месте. Значит, тут надо фабрику будет покупать. Ну-ка. Просто посмотрим. Да, строится. Значит, нужно сюда отправлять рабочих. Я бы еще уж успел бы выйти в такие же юниты, если бы он не захватил мне в первые же два хода два города, которые приносили мне половину науки. Единственные мои города возле гор. Ну, ты проспал, конечно, атаку грузина. Надо было уже напрячься, когда я сказал, что у него крестовый поход. Это означало attention, alert, alert, алярма. Да блин, как меня достала эта река. Может собрать здесь камень. Да, не особо оно сильно ускорило. Так, Махенджидаро. Хороший, Алексей, да у нас поводок?
Да меня эта река уже достала, она, по-моему, третий раз мне тут затапливает все. Мне, например, негде на ней поставить дамбу. Ну, короче, Челени, я тебе больше никогда в войне помогать не буду. Это игра всего лишь. Ну, в других играх не буду помогать. Ты мне деньги, кстати, так и не вернул, которые просил. Сейчас он тебя захватит и вернет. В следующей игре вернет. Так, тут фабрика есть, она влияет. Тут фабрика есть. И тут четвертая, третья точнее. Но мне надо бонус соседства, конечно, промышленным зонам ставить. И, возможно, проекты начинать делать. Я херово сейчас за Германию играю, несомненно. Но мне бы выйти в самолеты и Челинию самолетами. Но у меня ресурсов постоянно просто. То есть нет. Ну там меня мечника убили, судя по всему, тут. Да. Если у меня еще и алюминия не будет, это, конечно, будет печаль. Но это была совсем не дружественная акция. Ну, я мог бы воровать улучшения, воровать золото, там, губернаторов смещать, а всего лишь пытался лояльность уменьшить в своем центральном городе. Тебе от этого ни холодно, ни жарко. Так что это, ну, ты, конечно, извини, это что, но это было по-божески. На раскачку? Шпионов. Так, где там у нас соседство? Бонус соседства промышленной зоны. Какие улучшения ты можешь у кого-то воровать? Ну, в смысле, не улучшения, а... Ну... Еще, кстати, и бонус соседства гавани. Ну, скорее... Ускорение. Какая разница? Есть у меня такое? Ты так лидер по науке. Нет, я так и не открыл, видимо. Ну, давайте глянем. Плюс 18, значит, не мог. Плюс 14 мог, значит, деньги ганзы. Воровать. Или там в производстве. Красота. В площадях, где... Да, вот это вот. А, выбрал самое безобидное. Так, ремонт, ремонт, ремонт. Тут все открыто, Суда, да? Суда великого магистра следующему. Здесь в минус идет иудаизм. Ну тут 155 ходов. Так, а тут уже все в плюсе, да? Отлично. Что моя религия процент к производству позволяет строить мечети. Thank you.
Ну, чтоб уже точно все моим тут было. Военный лагерь, кстати, можно в Ульме потом в сторону. Грузин, вот у меня ни одного нету. Тут я все оставляю на то, чтобы построить. Так, а у меня прокачана Рейна на. Да, соседство центра гавани. То есть тут гавань 8 производства дает. Морскую. Давайте морскую традицию откроем. И дальше в урбанизацию. Так, по культуре меня больше всех. Мне это нравится. Все ваши города в пределах 6 клеток получают максимальную лояльность. Не, ладно, не буду строить угольную ста... А, что у меня с углем? Подождите, где-то у меня был уголь. Но я его почему-то... не обработал. Американец, давай меняться. Блин, чё подвисает? Где уголь? Блин, у меня поиск по карте не работает, прикиньте. На половине зависает и всё, и не идёт. А так? Или тебе хлопок не надо? Фабрика не добивает. Да я согласился. Алексей, продолжай. Ну, не хочу я сейчас нападать на грузина. О, прошел. Так, где тут уголь? Ага. Понял. Решил на меня напасть? В смысле? В смысле решился на тебя напасть? Я просто с Дискордом проблема. Слышно? Да. Слышно. Черт, я вас не слышал. Бывает.
Блин, а Франкфурт я так и не обратил. В принципе, кровненько 2-2-2. Так, надо, наверное, еще одного миссионера. Хай обращай. Или апостола вообще купить, а лучше получше голландца обратить. Так, золотой век. Что берем? Пульс паровой машины. Бонус соседства кампуса дает не только науку, но и производство. Ну, наверное, да. Так, три хода до самолетов, три хода Рурка ускорится. Значит, надо будет авиацию отложить следующим ходом. Давайте, пожалуй, пока исследовательские гранты поделаем. Уходит. Блин, так православие сильно давит. А так сколько у тебя еще городов? Четыре. Ну, наверное, можно угольную построить. Блин, только не здесь, не в этом городе, а тут будет постоянно. Да, я понимаю, что здесь. Исследовательские гранты. Фермы я тут не хочу строить. Слушайте, ну я практически уже все обработал у себя. Получается. Пошли вот эти холмы еще. Ну, в принципе. Так, 4 хода. Надо Франкфурт обратить. Успеваю юнитами ходить. Можно было бы, наверное, и дружбу не заключать, но захватили. Я думаю, что меня отстек его отдаст просто так. Его там все равно забирают. Так, что я закончил строить? Тадж-Махал, отлично. Нанимаем писателя. На что апостола прокачаем? Около чуда. Блин, давайте около чуда. Ну где тут было чудо у Зулуса? Надо туда сходить. Блин, а когда-то у нас у Зулуса с Зулусом второй уровень будет. Уже есть. Все, значит, Зулусу надо отправлять караваны. If you will. Блин, тут еще столько территории. Тут оказывается еще столько земли для заселения. Леша, предложение. Кстати, мне кажется, по габаритам карта как озера, только из-за того, что суши меньше, острова
в итоге народ сталкивается рано друг с другом. Предложение Золус. Кофе есть. Остальное есть. Блин, я тут апостола нанял больше мук в мечети. Плюс один к распространению было бы. Угля мало. Кстати, в Бремене я могу вот здесь театралочку поставить. А, не хватает жителей, ладно. Блин, авиация один ход, давайте отложим. Да, голландец падает. Тут уже совсем без шансов у него армии кирасиров. У меня уже ничего не осталось. Так, а где? Вообще вот сюда надо сводить, получается. Еще одного шпиона могу строить. Блин. Да, грузин, слушай, да у тебя тут территория на самом деле внизу. Заселяться-то, а? Грузия, предложение. Литис, предложение. Зулусы разграбили Гаагу. Так. Что еще раз? Авиация. Зулусы открыта. Разграбили Гаагу в новостях. Есть такое дело. Временем, пока мы тут воюем, у Лёши 207 науки. В Рима 271, не переживай. Вот так вот. Такого ты не ожидал, да?
можно пересаживать уже. Давайте. К индусу. Не особо каравелла моя по вражескому фрегату сработала. Бля, чё мне везде я не хватает? Я до сих пор двух игроков не вижу. Ну, уже можно было понять, что это Рим и японец. Нет, то, что это понятно, но сколько у них науки и так далее... Много. Вот, вот. Ну так, ну, так а ты пробовал их найти? Ну, я немножко занят. Ну так тогда нечего сетовать на то, что ты их не видишь. Том Зоус, кстати, с грузином вполне могут договориться меня попилить. Но Зоус, мне кажется, отстает, должен отставать по науке. А, так и грузин, в общем-то, отстает по науке. Ха. Ну, тогда самолеты наше все. Так, что мы тут еще чудесами будем делать? Аэродром. Расти надо. Мечеть. Так, тут все застроено, застроено. Давайте мечеть. Да блин, когда тут Франкфурт-то? О, наконец-то. Так, 142 хода. Здесь норм все. Так, какие у нас чудеса есть? Что из этого я могу построить? Оксфордский университет? О, плюс 20% науки в городе. Ну, хотя вот здесь у нас 40, а тут 56 в Майнце. Но я в Майнце, по-моему, не смогу нигде его... Да, у меня тут Оксфордский нигде не ставится. И здесь, наверное, он не ставится, да. Терракотовая армия. Темпломайор не надо. Да, статуи свободы не хочу. Ну, подумаем, на какое-нибудь чудо побережем этого чувачка. Алексей, если что, там военный лагерь поставил, то просто соседство. На этом пока все. Спонсоры канала продолжение могут увидеть прямо сейчас во вкладке сообщества. Для всех остальных оно выйдет завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!